Как шутила певица Лолита по поводу своего пятого брака, своего Димку она должна была еще из роддома забирать вместе с его мамой. С цветами встречать. И сразу готовить себе мужа, приводили слова звезды журналисты. Действительно, семейная жизнь артистки со стороны напоминает идиллию, всегда по возможности вместе, все у них легко и даже как-то беззаботно. Даже празднование одного из главных христианских праздников превратилось в традиционное сражение пасхальными яйцами. Хронику сражения Лолита выложила на своей странице в социальной сети Instagram. На кадрах она вместе с мужем Дмитрием Ивановым с крашенными яйцами в руках поздравляют своих подписчиков с Пасхой и начинают биться непременными символами праздника. «Джищ, джищ!» – озвучивает свои действия Лолита. Но все это, увы, победы артистки не принесло. Ее яйцо после непродолжительного сражения превратилось в кашу, в то время как ее супруг продемонстрировал целехонькое, крепкое яйцо. Впрочем, проигранная битва настроение звезде не испортила. Всех с Пасхой поздравляем! Всех с возрождением и обновлением души, мира и полноценной жизни всем! С уважением, Ивановы! Написала Лолита в комментарии к ролику. Многочисленные поклонники певицы в ответ тоже пожелали семье Ивановых всего хорошего и Божьего благословения.